Вас приветствует Green Sad. Сегодня я хочу вам рассказать про фиалку душистую Рубра. Фиалка Рубра – это красивый сорт фиалок с очень большими цветами, рубиново-сиреневого цвета. Куст небольшой, до 20 см в высоту. Листья сердцевидной формы, светло-зеленого цвета. Цветет фиалка в апреле-мае. Форма фиалки кустоподобная, раскидистая. Растение медленно растущее, и осенью может наблюдаться повторное цветение. Оптимальный период посадки фиалки – это весна. Корневая система неглубокая, мочковатая. Фиалка любит умеренно влажную почву, плодородную, оструктуренную, хорошо дренированную. Предпочитает солнце и полутень. Такая фиалка будет отлично смотреться как в клумбах, так и в одиночных или групповых посадках.